Приветствую вас, ребята, хороших игр, любителей. Мы сегодня поиграем в Game Dev Tokon. Это старенькая игрушка, но довольно хорошая. Давайте ее посмотрим. Начинаем новую игру. Так, тут нас знакомят с компанией. Выбираем, начинаем. Называем игрока. То есть, извиняюсь, компании. Ну, назовем ее, например. Так, назовем ее Алекс Ком. Имя игрока. Алекс. Ну, не оригинально, так пол выбираем мужской. Смотрим, какие у нас тут параметры есть. Так. Ну, так оставим. Оставлю старые сохранения, настройки. Я в нее довольно много играл. Ну, начинаем. Тут что нам предлагают? Это, кстати, новый интерфейс. Он находится у нас в моде. Начинаем новую игру. Создаем новую игру. Сначала я предлагаю вам тематику посмотреть. Давайте строительство. Строительство. Игру назовем. Тройка. Выберем жанр, симулятор и платформу. Платформа 2 предлагается. Выбираем PC. Тут вот смотрим симулятор 3 плюсика. Тут 2. Но доля рынка 43, там больше. 56,2. Ставим PC. Жмем дальше. Выбираем графику 2D, графика V1, 10 тысяч платим. Начинаем. Так, ну я тут уже разобрался более-менее. Выставляем параметры. Погнали. Так, что у нас здесь? Диалоги убираем на минимум, дизайн уровней на максимум, интеллект на максимум. Идем дальше. Дизайн у нас. Так, дизайн мира на минимум, графику на максимум, звук на максимум. Тут у нас 2D графика, V1 базовый звук стоит. Дальше мы будем создавать свой движок. Будет поинтересней. Так, ну, дорабатываем баги, убираем. Баги 0. Так. Вот баги еще нашел. Дизайн 11. Так. Ну, хватит. Да, давай завершаем. Смотрим. Хорошие параметры. Дальше идем. Смотрим, как оценили нас. 7 баллов. 7 баллов. Ну, я думаю, все семерки, наверное, будут. 7 баллов. Нет, одна шестерка все-таки. Ну, ничего, это первая наша игра. Идем дальше. Смотрим продажи. Продажи 5000 пока. Вот побили первый рекорд по продажам. Тридцать три фаната мы заработали. Привлекли к себе.
Ну, продажи нормальные, хорошие. Дальше будет, конечно, лучше. Но на начальном этапе это тоже неплохо. Игра довольно хорошая, интересная и затягивает. Можно много времени просидеть и довольно приятного времени. Давайте создадим отчет. А, отчет мы не успели нажать. На 124 тысячи мы продали первую игру. Давайте создадим вторую игру. Так, посмотрим сначала. Там были стратегии у нас. Посмотрим тематику. Давайте пираты давайте создадим. Ну, так и назовем, чтобы нам не путаться. Пираты. Выбираем жанр. Пусть будет ролевая. Не, давайте. Какая стратегия будет? Пираты. Стратегия, смотрим. PC. Стратегия 3 плюсика. Тут 3 плюсика. Но тут больше доля рынка. Ну, давайте на эту платформу перейдем. Давайте на 2D графика. Параметры тут остаются прежними. Так, тут все тоже без изменений. Тут смотрим. Дизайн мира на максимум. Графика на минимум. Тут также оставляем. Дальше идем. Убираем баги также. Nintendo вышел King. Пока еще не вышел, скоро выйдет. Нам она пока не нужна, мы чисто на PC работаем. Так, баги нашел. Ну, маленькие у нас параметры, ну попробуем. 9.9. Дальше. Посмотрим, как ее оценят, но я думаю, не очень хорошо. У меня такое что-то предчувствие. Ну вот, да, шестерки, четверки, пятерки, пятерки. Похуже, чем первая игра. Но заработать мы тоже должны. Давайте мы создадим отчет. Это у нас будут очки исследований еще плюсоваться. Анализ игры смотрим. Считается неплохо стратегия с пиратами. Дизайн уровня очень важный аспект игр для этого типа. Так, 61-65 поклонников уже себе приплюсовали. У нас их 180-183 на данный момент. Посмотрим, что у нас в исследованиях. Следующих 50 очков нам надо для нового движка. А для новой тематики, что у нас? Сумасшедшая наука, тайна, путешествие, преступление, тайна. Ну, нас пока это не интересует, мы на новый движок собираем. Создаем новую игру. Так, там мы посмотрим в историях игр, что у нас было. Так,
настройка у нас это симулятор. Ну давайте назовем стройка 1. То же самое повторим. Стройка 1. Типа продолжение. Стройка симулятор, жанр симулятор, строительство симулятор. И смотрим симулятор. Тут больше, то меньше. PC выбираем, хотя доля рынка также меньше. Графика оставлена лучше. 2D первого уровня. Тут оставляем все так же. Диалоги, так, все оставляем то же самое. Так что нам привет. Так, извини, новости. Конечно, уделим время. Спасибо за ваше время. Ваше время. Так. На это я обычно пропускаю новости, особо не вчитываюсь в них. Там ничего такого. Графика улучшаем, дизайн уменьшаем, звук на 100%. Вот, вышел новый тест от Nintendo, типа Nintendo, тут другая фирма. Убираем баги. Я думаю, сейчас будем новый движок уже делать. Так, заканчиваем. О, рекорд у нас по технологиям. Так, выпускаем. Смотрим оценки. На семерке также повторили. Семерки. 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 7 баллов. Продажи. Сейчас будет хорош. Создаем отчет. Сейчас будем новый движок делать. 50 баллов наберем. 50 набрали. Делаем новый движок. Исследование. Новый движок. Исследовать. Вот продажи у нас уже 91, 98 привлекли себе. 100 уже поклонников. Вот все, новый движок создаем, разработка движка. Давайте 2D графика второго уровня, линейный сюжет и сохранение. Создаем. Кстати, когда он создает новый движок, у нас еще плюсуется к этому исследование. Так что полезно создавать часто новые движки, чтобы развивать, прокачивать своего персонажа и игру. Готов новый движок. Сейчас мы посмотрим в историях игр, что у нас было последнее. Строительство, симулятор. Давайте пираты, стратегия. Новая игра. Продолжение. Пираты. Один. Тематика пираты. Жанр. Стратегия. Платформа под стратегию, смотрим. Вот выберем вот эту 34, будет продажи получше. Выбираем наш движок, погнали. Вот новую графику ставим.
Тут все отмечаем, линейный сюжет, сохранение. Погнали. Диалоги на минимум, дизайн, так, все, дальше. Базовый, так, это дизайн мира на максимум, графику на минимум, звук максимум. Погнали. Так, что нам в конце? Успех. Ждет большой успех. Новую приставку. Прогнозирует нам в дальнейшем. Но мы пока на приставки не обращаем внимания. Мы чисто на компьютеры. Рынок компьютерный. Так. Дизайн уже побольше. 12 должен быть рекорд. Вот рекорд по дизайну. Тут второй уровень. Смотрим. Движок второго уровня, геймплей второго уровня, дизайн уровня второй, интеллект второй, звук второй уровень и персонаж второй уровень. Дальше. Монозвук появился у нас в исследованиях. Полезно изучить. Звук там часто используется на максимум. Смотрим оценки. Должно быть побольше. Новым движком. Да, были четверки в первый раз, а уже семерки, шестерки. Отлично. 6,5 почти. Так. Создаем отчет. Сейчас мы заработаем исследовательские очки. Отлично. Смотрим дальше. В историю игр заходим. Так, строительство. У нас сейчас будет бомба. Сейчас мы с новым движком. Даже на девятке хотя бы заработать. Фанатов 109. Продаж 146 тысяч. Давайте так, стройка. Создадим новую игру. Назовем стройка 2. Выбор тематики: стройка, жанр симулятор, платформа под симулятор, PC, движок, конечно же, наш первый движок. Далее графика на максимум. Поехали. Так, тут все выставлено, как надо нам. Дальше. Аудитория. Целевая аудитория у нас появилась в исследованиях. Смотрим дальше. Так, диалоги, так, все тут стоит правильно. Мне чуть полегче сейчас играть, у меня уже исследовано там настройки. А поначалу, конечно, придется искать настройки какие, как лучше, хуже. Вот увидите уже, так, графику на максимум, дизайн мира на минимум. Звук на максимум, тут все выставлено. Вот уже дизайн у нас 10, технологии 15, вот уже 2.13. Сейчас хорошие у нас должны быть оценки, сейчас баги уберем. Отлично, дизайн уже, ух ты, сейчас будет рекорд. Я так прогнозирую, думаю, вот тут мы уже рекорды установили. Вот новый уровень у нас, дизайн мира и графики по второму уровню уже. Смотрим оценки. Смотрим.
Я думаю, хороший. Вот девяточка уже. Семерка. Семерка. Ну, только одна девяточка. Восьмерка. Ну, выше, выше. 7,5. Продажи смотрим. Создаем отчет. Но продажи у нас так себе. Я думал, будет лучше. Я думал, миллион мы уже соберем. Мы не собрали. Ну, 302 поклонника уже набрали себе. 308. Посмотрим, сколько мы заработали. 269 тысяч. Ну давайте мы новый жанр, тематику посмотрим, что мы. Давайте зомби, я думаю, так и назовем зомби. Зомби. Выбор жанра у нас будет. Ролевой, платформа. Ну, ролевой подходит, хотя немного очков. Движок первый, так, все, погнали. Посмотрим. Сюжет на максимум. Движок на минимум. Смотрим. Так, у нас новости о платформе. Новый. Так, что у нас тут? Интеллект на минимум, а вот диалоги мы чуть поднимем. Ну, неплохо, неплохо идет. Так, звуки на минимум. Посмотрим. Вот уже дизайн у нас очень отлично. Сейчас баги уберем, еще может что-нибудь нам припадет. Вот еще дизайн 19. Технологии. Завершаем. Ну, вот рекорд у нас по дизайну. Так, новый уровень, сюжет, диалоги новый уровень и графика новый уровень, второй. Смотрим оценки. Ну, так, все средние вот оценки. Шестерки. Даже семерочка есть одна. Ну, давай шестерки. Так. Создаем отчет. Сейчас мы улучшим движок. Я думаю, мы уже наберем миллион. Казуальные игры у нас в исследованиях появились. Так, исследования. Что у нас тут? Так, казань, ценовая аудитория. Обучение игре наберем. Изучаем. Так, платформа G64 уходит у нас с рынка. Изучаем. Так, изучили. Смотрим дальше. Мы на звук берем.
Звук важен тоже в настройках игр. Для некоторых, особенно там ролевые или стратегии по симулятору. Так, смотрим. Целевая аудитория берем. Так, новая платформа у нас выходит. Так, не успела. Последний знак. Так, окончено. Создаем новый движок. Обучение игре и монозвук. Правильно? Так, остальное оставляем так же. Все, погнали. Я думаю, с новым движком будет уже повеселее. Сейчас должны набрать. Сейчас посмотрим, у нас так платформа. Сегодня была выпущена новая игровая платформа от Nintendo. Так, посмотрим. История игр. На чем мы можем сделать миллион? Зомби у нас 60-е место. Вот, строительство 18-е место в продажах. И фанатов 310. Вот на строительстве мы и сделаем миллион, я думаю. Так, новый движок сделали. Теперь мы начинаем новую игру делать. Назовем стройка, так, чтобы нам не путать. Стройка. Давайте два. Типа продолжение. Так, видите, у нас целевая аудитория. Стройка пусть будет для всех. Выбор тематики строительства. Кстати, давайте посмотрим. Вот Е у нас. Е для всех. Вот, хорошо. Жанр. Симулятор. Платформа под симулятор у нас что? Симулятор. Вот. Это хорошее. Движок у нас новый. Давайте. Так, графика Valve. Погнали. Тут что? Обучение игре ставим. Добавляем. Движок улучшаем. А сюжет убираем. Ну, не совсем, конечно, убираем. На минимум ставим параметры. Там где-то 10% будет сюжета. Так. Тут что? Диалоги мы убираем на минимум, а интеллект мы на максимум ставим. Тут что, монозвук добавляем, звуку на максимум, а дизайн мира на минимум, графику на максимум. Тут у нас интересно. О, маркетинг у нас появился, но это будет попозже, пока денежек у нас. А мы даже в минусе, как я не заметил. А мы в минусе. Минус 37 тысяч у нас. Так, быстрее игру запускаем, чтобы нам не обанкротиться. Запускаем игру.
О, десяточки. Сейчас максимум должны взять. Если успеем, если не обанкротимся, конечно. 50 тысяч, мы банкрот. 9,5 быстрее. Продажи. Давайте денежки нам. Рекорд бьет. 50 тысяч. О, мы уже 401 тысячу заработали. Но успели мы. Последний момент. Новая приставка. Так, переехали, ребятишки. Но на этом мы сегодня закончим. А дальше, если вам понравилось, ставьте лайки и посмотрим. Если вам это интересно по лайкам, то пишите комментарии, продолжать или нет эту тематику, эту игру. Она довольно уже старенькая, но довольно интересная. Что вспомнить, можно продолжить. Все, на этом прощаюсь. До скорых встреч.